Сегодня я предлагаю вам научиться вязать красивый ажурный узор из этой книжечки. Смотрите, в этой книжке 250 узоров для вязания крючком. Книжка мне очень нравится. В книжке описание. Есть описание схемы узора. В каждой картинке схема. Плотные узоры есть, ажурные, легкие и сложные, разные узоры. Также в книге есть схемы квадратных мотивов. Сейчас я вам покажу. Смотрите, разные мотивы, красивые, квадратные. Также есть схема классического квадратного мотива. Такие узоры. Смотрите, есть многоугольные мотивы, круглые, салфетки такие. А сегодня я вам предлагаю научиться вязать вот такой узор. Вот он на картинке. Узор состоит из пышных столбиков. Вот схема к этому узору. И мы рассмотрим схему и будем вязать этот узор. Так, я поближе покажу. Узор состоит из таких цветочков, из пышных столбиков, с двумя пышными столбиками. Нужно вязать эти цветочки. Также воздушные петли и столбики с накидом. И сейчас я вам покажу, как вязать такой узор. Буду вязать из вот таких ниточек. Мне эти ниточки очень нравятся. Alize Miss Melange. Это 100% хлопок, моточки 280 метров. Так, и сейчас мы с вами будем вязать этот узор. Буду вязать крючком номер 1,75. Итак, набираю и вяжу 20 воздушных петель, можно 22. Так, провяжу 22 воздушные петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, 10 я провязала, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. И еще 2 петелечки наберу. Так, я провязала 22 воздушные петли. Вяжем первый ряд. В первом ряду вязания начинаем с 2 воздушных петель. 1. 2, и в третью петлю я вяжу пышный столбик. Смотрите, так вот вытянула нить, сюда же завожу крючок, вытягивая, так вот вытянула петлю, и еще раз я провязала пышный столбик. Так, вяжу 2 воздушные петли. И в эту же петлю вяжу также пышный столбик. Вот так ниточку вытянула, накид, вытянула нить, петелечку вытянула и закрепила. Я провязала 2 пышных столбика. Ставьте лайк этому видео для развития канала обязательно. Подписывайтесь на канал.
2 воздушные петелечки, и сюда же я вяжу пышный столбик с двумя накидами. Так, вытянула петелечку и еще раз, и у нас получился такой цветочек. Вяжу воздушную петлю и в третью петлю соединяю. Так, сейчас. Так, соединяю третью петелечку. Так, соединила. Дальше воздушная петля и в третью петлю вяжу также пышный столбик. Вытянула нить, накид. Вытягиваю нить. Вытягиваю петелечку и закрепляю. Так, 1, 2, и сюда же вяжу пышный столбик с двумя накидами. Я провязала, вытянула петелечку и еще раз 1, 2, и еще раз вяжу третий пышный столбик с двумя накидами. Так, сохраняйте это видео себе. Таким узором можно связать кофточку, шарф, палантин. Так, провязала воздушная петля и в третью петлю соединяю. И еще раз провяжем в этом месте, вот, провяжем цветочек. Вяжу одну воздушную петлю и в третью петлю провязываю пышный столбик. Так, один накид, второй, вытягиваю нить, петелечку вытянула и закрепила. Провязала 2 воздушные петли и сюда же в эту петлю вяжу пышный столбик, делая 2 накида, вытягивая так вот нить. И еще раз. Так, 1, 2, и вяжу пышный столбик сюда же. Я провязала. Так получается. В конце ряда я вяжу 1 воздушную петлю и в третью петлю соединительный столбик. Разворачиваю вязание. Вяжем 2-й ряд. Вот 2-й ряд вяжем черным цветом. Вяжу 1, 2, 3, 3 воздушные петли и сюда же провязываю столбик с накидом. Так, провязала 2 воздушные и над пышным столбиком вторым я соединяю. Так получается 2 воздушные, накид, и между цветочками посерединке я вяжу столбик с накидом, воздушная петля и сюда же столбик с накидом. Я всегда вяжу узоры по схеме. Этот текст никогда не читаю. Вот смотрю на схему и вяжу. Так, я провязала. Дальше 2 воздушные петли над 2-м пышным столбиком. Так, соединяю. 1, 2, и такой вяжу в
посерединке между цветочками столбик с накидом, воздушная петля, столбик. Получается такой треугольник. Две воздушные петли над вторым цветочком, над вторым пышным столбиком. Так вот, соединяю, вяжу 2 воздушные в конце ряда и провязываю столбик. Сейчас я посмотрю. Вот так вот в самом низу столбик с накидом. Первый и второй. Так, 2 столбика. Разворачиваю. Вот так получается. Вяжу третий ряд. Вот третий ряд, смотрим. Вот он. Третий ряд красненьким цветом схема. Вяжу 1, 2, 3. И сюда же провязываю столбик с накидом, 2 воздушные петли и сюда же пышный столбик. Так вот, накид второй делаю, вытягиваю нить, петелечку вытянула и закрепила. Так, провязала, вяжу воздушную петлю. И соединяю над вторым пышным столбиком. Сейчас я, вот смотрите, первый, второй и третий. Вот так вот соединяю. Вяжу воздушную петлю и над этим треугольничком провязываю пышный столбик. Так, с 2 накидами я связала, вяжу 2 воздушные петли, сюда же второй пышный столбик. Если вы не умеете вязать пышные столбики, потренируйтесь. Вяжется несложно. 1, 2. И сюда же вяжу пышный столбик. Так. Такие получаются цветочки. Теперь воздушная петля. И вяжу, сюда соединяю над пышным столбиком. Соединила. Воздушная петля. И вяжу дальше. Так, смотрим. Вот треугольничек. И я вяжу пышный столбик. Так, провязала. 1, 2, вяжу второй пышный столбик. Узоры из пышных столбиков очень красиво смотрятся в изделиях вязаных. Так, и третий пышный столбик в треугольник. Воздушная петля. И соединяю. Воздушная петля. И в конце я вяжу так вот пышный столбик.
2 воздушные петли и пышный столбик. Первый накид, второй, вытянула петелечку и закрепила. Так получается. Получается, чередуются эти цветочки. Смотрите, как красиво. Можно даже связать пару рядочков и обвязать край кофточки, как каймой провязать. Так, вяжу 4-й ряд. 1, 2, 3. И соединяю между этими цветочками. Вяжу столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. Так. Две воздушные петли и соединяю над вторым пышным столбиком. Соединила 2 воздушные, вяжу между этими цветочками, вяжу посерединке столбик с накидом. Узор легкий, если смотреть по схеме, вязать или запомнить, то очень легко. Воздушная петля и столбик с накидом. Красота. Дальше 1, 2 и соединяю над вторым пышным столбиком. Дальше 1, 2 и вяжу треугольник, столбик с накидом, воздушная петля, столбик, и в конце ряда 2 воздушные петли и за второй, над вторым пышным столбиком так вот соединяю. Смотрите, как получается. И вяжу последний ряд. Сейчас я вам покажу. Вот этот ряд вяжем. Красным цветом. Вяжу 1, 2 и над этим треугольником, смотрите, вяжу пышный столбик с 2 накидами, вытягиваю петелечку, закрепляю. 2 воздушные, сюда же провязываю пышный столбик. Я очень люблю вязать узоры при помощи пышных столбиков. 1, 2 и сюда же 3-й пышный столбик. Так, провязала, вяжу 1 воздушную петелечку и соединяю над вторым. Сейчас, где же он? Ага, вот тут соединяю, вот тут соединила, воздушная петля и над треугольником провязываю пышный столбик. Так, первый провязала, 2 воздушные петли и вяжу второй пышный столбик. Так, 1, 2 и сюда же вяжу 3-й пышный столбик. Так, получается. Не забывайте ставить лайки для развития канала. Так, соединяю. 1 воздушная и в конце. Так, и тут я вяжу над треугольничком. Вяжу пышные столбики.
связала, 2 воздушные, вяжу второй пышный столбик. Так. 1, 2 и сюда же провязываю пышный столбик. И в результате получается такой интересный ажурный узор из пышных столбиков. Воздушная петля в конце ряда и соединяю. Вот мы с вами провязали 5 рядов.